столетию ТАССР посвящается. Май 2001-го. 50 километров от Казани. Семиозерский мужской монастырь. Обитель из руин поднимают 30 монахов и 7 рабочих. Возрождение ведется на народные деньги. Для меня и для наших братьев, для нас самое главное – внутренняя монашеская жизнь. Ради чего братья собираются жить в монастыре. Братья, помимо молитв, не чураются мирского труда. Есть здесь и свой монастырский огород, и даже пасека. Как утверждает батюшка, кстати, потомственный пчеловод, медоносных насекомых монахам прислал в качестве подарка сам Господь. Пошли крестным ходом на источник. И вот обратно возвращаемся. Мы шли, пели, я, правда, не слыхал. А братья отдельно шли и видят рой. И вот этот рой мы сняли, и он хорошо у нас прижился. И вот это дар Божьей Матери. Кстати, это не единственный дар небес местным паломникам. Верующие утверждают, что хранящиеся в храме православные святыни, а также живой источник, бьющий недалеко от обители, являются чудотворными.